Добрый день, граждане Советского Союза. Сегодня мы проведем небольшой эксперимент с электронным помощником Алиса. Данный помощник поможет нам разобраться, где зарегистрирована Российская Федерация. Вот, но есть маленький нюанс. Дело в том, что специалисты Яндекса немножко научили говорить не то, что нам надо. Вот. Алиса, скажи, где зарегистрирована Российская Федерация? Полное официальное наименование Российской Федерации – суверенное государство Восточной Европе и Северной Азии. Я задал один вопрос. Ответ получил совершенно... То, что я должна ответить? Совершенно другой ответ. Ну, Алиса нам ответила совсем не то, что надо было. Правильно? То есть, будем задавать другой вопрос. Вы не переживайте. Если что-то пока непонятно, потом все встанет на свои места. Все верно. А чем еще побеседуем? Скажи, Алиса, кто владелец Российской Федерации? А поконкретнее? Кто владелец Российской Федерации? При проверке субъекта российской... Еще раз. Кто владелец Российской Федерации? При проверке субъекта Российской Федерации оказалось, что согласно регистру DUN и знак авторского права номер 531 298 1725, эта коммерческая структура имеет генерального директора Медведева Дмитрия Анатольевича. Ну, приблизительно тот же самый эффект, который нужен был нам. Соответственно, вы совершенно правы. Правы. Даже Алиса согласна, что мы правы. Поэтому русские не сдаются. Всего доброго.